Доброго времени суток, детки с Америка. А это у нас маленькие кошмарики 2. Наконец-то мы вернулись в эту игру. Я очень рада. Мне прямо не терпится ее пройти. Погнали! Новая игра. Первый слот. Начинаем. Так, я знаю, что мы в этой части играем не за Наташку, то есть не за шестую девочку, которая бегала в желтиком плаще в первой части. Мы играем за Мона. Мальчик такой. Вот. Кто этот мальчик? Без понятия. Ну, это мы, видимо, по кораблю идем. О, глаз. Глазик, мы помним. Я, в принципе, все помню, что было в первой части. Я очень рада, что вернулись. Что, решила я? Ага. Ого, во, телек. И знаю, что этот вот телек, это как бы... Он будет появляться на протяжении всей второй части. Что этот телек необычный, и мы можем с помощью него телепортироваться. Так, где? О. Музыка нравится уже. Микрофон такой прямо, ух. Мальчик-пакет. Хорошо. Красивый лес. Ну, комфортненько, интересненько так. Сохраняшка. Вспоминаем, как у нас играется оно все. Надеюсь, не будет той фигни, которая была у меня в первой части, когда я на какую-то кнопку нажимала, у меня спрашивалось моментальное приложение. Вроде бы такого здесь нету. Так, вот какая-то штучка. В принципе, управление я помню, потому что совсем недавно проходила первую часть. Ну да, графика тут намного лучше, чем в первой части. Прям вообще кайфую с нее. Ботинок. В этой игре... Так, все помню, все прекрасно. Что это такое? Мешок с трупами? Хорошо. Хотя ничего хорошего в этом нет, но неважно. Так, сейчас. Как залезть? Ага, все. В этой игре необычное управление. Оно не такое, как в других играх. Но мне оно почему-то запомнилось. Может, потому что я совсем недавно проходила первую часть. Оп, тихо. Так, нужно дать ему имя. Нужно дать ему имя. Я не знаю, какое ему имя дам. Можно Вова? Нет, Вова чуть как-то нет. Илья, Илюша, Алёша. Там Алексей. Типа Илюша, Алёша, можно так... Думаю, ему подходит. Так, ловушка. Что будет? Ага. Ну, я не я, если не проверю. Надо было проверить, что с нами будет. Хорошо. А то... Пусть игра не думает, что мы слишком умные. И с первого раза заметили... эту штучку. Ага. Ага, залазь. Так, главное не забывать, что я играю в маленькие кошмарики, а не в Dying Light. Так, хорошо. Как приседать? Ага, все. Ностальгия. Влазь. Куда? Я бегу. Хорошо, мы живые. Красиво. Так, Илюша, Алексей, Вова, Вованыч. Как его? А.
Хорошо. Не понял. Чё, не хочешь? Ты чего? Сюда. Так, не понял. Нам же нужно на веревочку, чтобы раскачаться. А как я раскачаюсь-то, дядь? А, да ладно, так можно было. Ну ладно. Хорошо. Короче, нужно ему выбрать имя. Я думаю, что в течение игры... Да. В течение игры выберу ему имя. Какое-нибудь. Я думаю, ему подходит имя Вова. Или Алексей. Или Илья. Оп. Дай! Хорошо, ладно. Так, что ему еще? Андрей. Нет. Андрей не подходит. Виталик. О, хорош. Не, тоже ничего-то не очень. Вот Вова, Алексей и Илья. Это подходит ему. Он прям такое, прям что-то доброе очень, мне так кажется. По крайней мере, на первый взгляд. Ага, стоп, 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 стоп! Опять? Ладно, хорошо, я поняла. Я поняла вашу логику. Загадки с самого начала пошли. Ну окей. Давай быстрее! Илюша, вот. Или Илюша, или Вова. Что-то такое. О, слава богу. Так, крутим до самого низа, потом запрыгиваем. Как я поняла, он не умеет потягиваться на таких штуках. Самый-самый-самый... Тихо-тихо-тихо, мальчик. А пути. Побежали. Вот, все. Почему мы не на корабле? Где мы находимся? Что происходит? И что, мне прыгать? Ну, давайте. Там можно слезть? Или нельзя? Не понял. Так он разбил... А, не разбился, смотри. Его отрикошетило от стены, и он не разбился. Хорошо. А, там веревку мы должны были пов... Мы должны были по веревке слезть. Ладно. Можно и так. Давайте, может, умрем? Ладно, не надо. Так. О, напугал. Ой, какая-то. Боже мой, я испугалась. Я не увидела. Хватать пред... Ага. Ну, бери. Боже мой, как страшно. Да не пинай, возьми. Ну. Хорошо. Блин, как я не взяла эту штуку? Так вот это... Во, все. Напряжно. Это сон наш? Или что это? Или мы реально по лесу бежим? Бля. Все, все, смотрим под ноги. Я смотрю под ноги, все хорошо. Все, я смотрю под ноги. Хорошо, игра учит нас смотреть под ноги. Так сильно ударила по столу, я надеюсь, этого не было слышно на записи. Так, как мне тут? Гений. Ладно, все, хорошо. Нифига мы, конечно. Что такое стало? Так, мне вот эта куча листьев уже не нравится. Давай туда кинем.
Ага. Хорошо. Хорошо, я поняла. Я поняла. Что это? Я хочу это... Тихо. А, это чтобы понакидывать туда, окей. Ага, ты... Ого, ага, угу. Отсюда еще. Не-не-не, стой. Отсюда, окей. Да, здесь ничего нету? Так. Я не верю, что там ничего нету. Ну ладно. Пошли. Это... Блин. Ладно, я думала... А-а-а-а, там есть он. Я правильно думала. Тут нету ничего? Слава богу. Так, хорошо. Тихо. Но с обучения вначале идет такое вот. Красивая поляна. Удивительно, что там ничего нет. Домик. Хорошо. А, в доме, наверное, будет телевизор, с помощью которого мы телепортируемся на корабль. Но это не факт, это чисто мое предположение. Но, возможно, я не ошибаюсь, потому что мы, по-моему, будем бегать по кораблю. Только уже там новые локации будут. Ну, хорошо, пошли. Так, дверь стопудов закрыта, поэтому мы идем сразу же сюда. Тут же не будет никого, надеюсь. Добрый вечер. Сразу под стол давай. Ага, кто-то кушает. Тихо. Что-то кажется, что здесь кто-то есть, это обязательно, прям 100%. Отвечаю. В доме вон стоит обед. Главная музыка. В этой части. Там играют на фортепиано, вот там, скорее всего. Красиво. Ну, пошли. Вот тут. Тут даже не фортепиано, это шкатулку пихает. Клубок. Мальчик. Я к нему хочу. Возьми. Может, его нужно разогнать? Стой. Ладно, давайте сюда пойдем. Я думала, его нужно... Ага, вот так значит, да? Там мы этим топором, блин, можем кого-то убить. Слушайте, мне кажется, у нас моно будет пожестче 6. Сразу за топорик. Ладно, мячик не хотела. Тихо, не бойся, я тебя спасаю. Я спасаю тебя. Значит, тебя он в шаурму приготовит. Степан номер 2. Так-ка, сценочка. Иди сюда, мальчик. Он меня не съест, надеюсь. Он хорош? Вроде он меня боится. Вованчик, вот. Он будет Вованчиком. А ты девочка? Взяла, убежала. Вот тварь. Использовала нашу доброту. Офигела, свечи какие-то нарисованные. Возьми шкатулочку. У нас здесь будут женщины, которых нужно будет разбивать? Или нет? Надо, я хочу смотреть в каждую дырочку. Вдруг у нас что-то будет. А, у нас же еще, знаете, что есть? Та-да! Головные уборы. А почему бы и нет? Как мне применить? Вот. Все? Ну все, получается.
Ты куда побежала? Бавания, она же девушка. Ты где? Так, что-то мне кажется сейчас... Мне не кажется. Тут кто-то есть. Привет, ребята. Это Степа? Да, это Степа. Или это не Степа? Степа какая-то женщина, которая похожа на женщину-учительницу в этой части. А ну-ка, на превью пойдемся. Супер. Так, окей. Может быть, она нам не доверяет, но хочет нас вывести. Она же нас ждет, а не просто убегает. Ага. И зачем это? Тебе помочь? Сейчас за ножки потяну. Погоди. Погоди. Сейчас. Не бойся, не бойся. Все хорошо. Что ты вот это вот? А вдруг это наша Наташка? Все может быть. Дойду. Сейчас. Ну давай. Стой, 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 стой. Ага. Замашки, замашки. Ай, ай, ай. Ой, ой, там звуки страшные. Пошли. Пошли. Как ее назвать? Блин, сейчас. Катюха. Пусть будет Катюха. Потому что я не уверена, что это Наташка, поэтому пусть будет Катюха пока что. Катюха под прикрытием. Угу. 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 Стой, 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 стой. Не иди, не иди. Стой, вернись обратно. Помогай. Ну хорошо. Залазь. Давай. Трупы какие-то. Позитивно. Так, ага, покрутить. А нету ничего. Как мы покрутим? Никак мы не покрутим. Мне нужно что-то найти. Мне нужно что-то потянуть. Что у нас на Аль происходит? Ничего. Чё кашляешь? Не кашляй. Не нужно было на холодном полу сидеть. Я понимаю, что негде было сидеть. Но все же. Так, подсади меня. О! Хорош! Так. Бабушка, ты спи, спи. Царство тебе небесное. Забирай эту шнягу. У нее с рук поскоря. Что ты? Встань, бери. Давай. Ну? Что, не получается? О, получается. А, это игрушка какая-то. А нам пофиг. Это игрушка. Не ссы. Не ссы, малой. Это игрушка. Так, как наверх? Никак. Я буду каждую дырочку просматривать, чтобы найти какую-нибудь штучку, которую можно будет... Нормально ты, телепат. Притягиваешь к себе вещи. Каждое место, каждую дырочку буду проверять. Вдруг там что-то будет. Что можно будет найти, разломать, поломать. Перебери. Крути. А, ясно. А, ладно. Думаю, я буду крутить. И что мне делать? Крутить? А, ну да, ты ж не поднимешь. Логично. Ну? Так, а что ты хочешь? А он не хочет брать. Чего хочешь-то? А, чтоб я залезла. Не-не-не-не-не-не. Так, стой, стой. А как? А дальше-то как? Он прыгать не хочет. Так, не понял.
Ну, залезла, и что? Ну? Ты прыгать умеешь? Ну и не в сторону, да. Так, не понимаю я. Не понимаю. Тебе куда, как? Так, она подняла. Хорошо. Ну и... Так. Если отпускаю, он падает. Если я пытаюсь прыгнуть на левел, он не прыгает. Что за загадки пошли? А ты можешь сбоку залезть? Нет. А вот тут вот можешь? Нет. Почему? Ну, алло. Да. О, Слав! Нет! А, хорошо. Чё, я уже подумала. Моё! Не брать. Ключ. Прикольно. Засуну в какой-то гипер низкий карман. Глубокий. Так, ну, посадка. Или мы и так можем? А, потянуть. Гений. Залазь. Я думаю, Лиска ей больше подходит имя. Лизок. Какая Катя? Лизок. Ну все получается. Зачем это сделал? А, точно. Там же ключик. Я живая. Ты так же слазь. Ну, да, девочки. Все понятно. Ну, ключ. Так он не хочет. А, хочет. Ох, эти игры. Открывай. Все получается, мы убегаем. Тут точно ничего нету? Мне кажется, что есть. Так, ну тут вроде бы ничего нету. Сейчас я еще посмотрю вот тут. Угу, тоже ничего нет. Ладненько. Хорошо. Пошли тогда внутрь. Красота. Нам нужно подвинуть. Помогай, Лиск. Все? Почему не получается? Ладно. Тяп-тяп-тяп. Что за звуки там? Давай, паркур. Давай. Хорош. Алиска сможет? Конечно же сможет. Степан номер два? Богдан его назову, все. Эй, Богдан. Ну, тут хотя бы не скрипит пол. Эпик. Вообще пофиг. Вообще на изи. Ой, сейчас мы, кажется, будем бежать. Или не будем? Он что, вообще глухой? Ясно. Ой. Ой, дядя. Ой, дядя. А че он ее не трогает? А почему я? А я это почему? Ого! Прикладом по голове, нормально. Ну, это же дед Богдан. Так, а что мне у тебя взять-то нужно? Мне у тебя что-то забрать нужно? У тебя есть ключик какой-то? Так, ну близко к нему, я думаю, лучше не подходить. А то мало ли. Пока что. Сейчас. Я попробую вылезти отсюда. А, вот. Алло. Что-то. Ты можешь? Ты можешь. Я знаю, что ты можешь. Скорее. Побежали? Лиска, бежим! Лиска, беги!
Лиска! О май гад! Лиска, я померла. А Лиска побежала. Лиске пофиг. Лиска меня кинула. Что это так? Тихо, Мантим. А, вот так вот? Хорошо, побежали. В разнобой. Нет! Тихо. Живем. Мазила. Сюда, Лиска. Лиска, сюда. Хорош. Бежим. Тихо, прыгаем. Во враг. Он нас потеряет. Тихо, сиди. Он потерял. Потерял, все хорошо. Тихо. Тут он. Хера себе. Что это за звуки? Тихо. Чтобы взяться за руки? Фига! Сейчас возьму. Сейчас бежать будем? Ну окей, бери за ручку. Так, окей, ладно, пока, видимо, нужно сидеть. Так, он сейчас крадется вперед. По идее, потом назад, и тогда мы... Нет, не ползи, куда ты? Или мы... Не смотри, все. Погоди, сейчас возьмусь. Стой. Ну взялась. Стой. Все хорошо, тихо. Пошли тихонечко. Тут есть кусты? Тут есть деревяшки. Что мне делать? Боже мой. Спаси и сохрани. Нет. А что он такой меткий? Ладно, видимо, со старости дед свои навыки не потерял. Нет. А нам нужно все равно, видимо, сидеть. Я поняла, нам нужно сидеть все равно, чтобы он ничего не понял. Нужно вообще не двигаться. Так, у меня вообще запись идет? Так. Слава богу, да. То я уже подумала. То всякое бывает. У меня АБС. Смешно такой. Человечек. Мы не двигаемся. Мы в кустах. Ты ничего не видишь. Мы незаметны. Мы трава. Хотела спросить, как он видит, если на нем мешок под картошки. Но поняла, что у него аж там дырочки есть. Я вижу дырку. Нам нужно в дырку. Ой. Слепошара. Побежали, Лиска. Лиска, бежим. В дырку падай. Падай, Лиска. Лиска, где ты? Ух, хорошо успела. Быстро, отойди. Ай. Скорее. Он же не будет сквозь землю стрелять, я надеюсь. Но он идет за нами. Потому что сильно трясется. Так, вроде бы уже не идет. Хорошо. Мы живые. Он не будет за нами идти? Да нет, вроде бы. Лиза. Давай лапку. Могу. Лапку давай. Давай лапку. Побежали, Лиска. Я нашла себе подругу. Ура! Ой-ой-ой, а вот тут? А как тут-то? Давай, а я не допрыгну, наверное. Стой. Так, смотри, я прыгаю, и я умираю. Ладно, я разгонюсь и прыгну, потом ей помогу. Потому что, скорее всего, она не допрыгнет. Или она прыгнет. Ты можешь прыгнуть? Ты будешь прыгать? Ну да, не смотри, там высоко. А чё? Что, ты не предпримешь, да? Окей, хорошо. Вся работа на мне. Если я умру? Ладно. А как по-другому? Я ж не знаю. Что мне делать-то? С ней прыгать? Мы вместе умрем. Так, не понял. Или ты хоть...
Она просто присела такая, ну бывает. Хорошо, я попробую с ней тогда. Дай ручку. Дай ручку. Ручку дай. Ручку дай. Ручку дай. А! Ручку дай. Ну дай, ну Лиза. Ну Лиза. Елизавета, дайте руку. Не хочешь надавать мне руку. Как я допрыгну? А, ты подсадку сделаешь, может, мне? Типа я выше была. Подсадку. 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 Ясно. Хорошо, побежали. Я не знаю. Я не знаю, как мне допрыгнуть до этой херни. Она смотрит вниз. Может, тебя столкнуть нахер отсюда? Нам точно сюда вообще? Так, так. Вот я, конечно, я бы долго думала. И что теперь? Ты мне хоть руку подашь? Ку что позвать? Хай! Сюда пизду, Лиза! Давай! Ясно, нас неведомые силы подкинули на пару сантиметров вверх, чтобы мы не упали, чтобы мы натянули свои руки. Все понятно. У нас есть полтергейст, который нам помогает. Ага. Лиза, ты смотри аккуратно. Слышь? Пс-пс. Эй, слышь? Аккуратнее, тут могут быть разные штуки, в которые можно попасться. И вот такие дядки. Дядки. Да, именно, конченые. Ты куда побежала? Лиз, ты что, бесстрашная? А я? Тихо, у него перезарядка. А как? Лиза, может, ты его отвлечешь? Чего ты побежала без меня? Совсем уже бесстрашная. Смотри, посмотри, лезет на рожон. Даже мне ручку не дает. Хорошо. А как? Мне нужно сидеть под коробкой, чтобы он мне не попал. Сколько раз я уже умерла? Под коробку он стреляет, перезаряжается, тогда я ползу, да? Окей, все, хорошо. Пробуем. Раз. Она ползет, пока он перезаряжается, я стою, жду. Хорошо. Да ползи! Вот еще какая-то херня. Ползи, 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 ты сможешь. Все, кайф. Нет? Тихо, тихо, тихо. Сейчас, 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 сейчас. Лиза! Лиза! Лиза, тяни меня! Лиза, тяни! Мои ноги! Тихо, 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 тихо. Лиза, куда ты бежишь без меня? Лиза! Лиза, по мне шмаляют. Лиза, погоди. Лиза, мне страшно. О, вода, это безопасно. Да цепляйся, все, падай. Прячься под воду! Ныряй! Тихо, тихо, тихо. Лиза, мы справимся, дай лапку. Все. Так напряжно не было даже в первой части. А ведь это только начало. Что будет дальше? Иди, иди. Найс! Имба! Так. Вот, начинает булькать, встаем. Яп. Не понял? А что тут нельзя? Нам нужно забраться наверх? Наверное, попробуем. Нет, не надо. А ну-ка, возьми меня за ручку. Не хочешь заползать. А, вот сюда надо. Все, я туда просто заползала.
Я буду вместе с ними заряжать дыхание. Так, хорошо. Так. Раз. Тихо, тихо, что ты делаешь, Лиза? А чё ты встала, стоишь? Встала, ну иди ж, блин, за деревце прячься. И встал, стоит. За пень, блин, мог спрятаться. Там, блин, один шаг. Раз. Так. Супчик. Хорошо. Свалась. Стой, Лиза, без меня не идти. Руку дай. Руку дай, дурочка. Нырнули. Он ничего не знает. Ползем. Вставай. Нет! Ладно. А Лиза пошла обратно. Хорошо, Лиза. Давай я тебя не буду брать за руку. Иди. Я просто за тобой прослежу. Как ты будешь делать? А ну-ка. Так, выглядывает. И чё? А. Меня, видимо, ждет. Ага. А, умно. Я нырнула, ты не знаешь, где. Хорошо. Лиза, иди. Ага, Лиза умна. Угу, остановила что-то. У меня что-то ждет. А, хорошо, Лиза. Лиза, стой. Лиза, стой. Лиза, меня подожди. Я помогу. Мы сталкиваем и идем, по идее, по воде. Все, быстро прыгай. Тихо, 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 тихо. Стой, стой, стой. Стой. Не булькай. Сейчас, сейчас, сейчас. Стой, не иди. Сейчас он пройдет дальше. Все, полезно. Тихо, тихо, ворона гребаная, не палите. Все. Бери ручку. Ручку! Ручку дай! Ясно все с тобой. Мне кажется, что сейчас нас спалят. Только ты не поворачивай. Почему по мне? Нет! Хорош! Тихо. Лиза, зайди! Я споткнулась, закрывай двери. Хорош. Опа! Ну что ж, дед, сейчас мы поиграем по твоим правилам. Хватай оружие. Давай, сейчас. Ну что ж, получай. Сладкий. Прямо в головушку. Да, я понимаю, ребята, оглушила. Ну ничего. Эх, Богдан, Богдан. Погнали. Да, мы все еще оглушенные. Все, уже оглушены. Так, а, сейчас помогу, погоди. Погоди, помогу сейчас. Стой, да подвинься. Все. Все, супер. Так, по идее, теперь мы уже приплывем к нашему кораблю. Но это не факт. Может, мы вообще будем выживать не в корабле? Почему я об этом не подумала? Я думала просто... Взяла разные... Что он делает? Ладно, видела какие-то разные помещения, локации, подумала, что мы находимся в корабле. Может, мы не в корабле будем? Быки. А, не быки. Какие быки? Штучка просто какая-то. Бутылочка. Угу. Угу, телевизор. Хорошо.
Еще один телевизор. Еще один телевизор вижу вдалеке. Сколько, блин, тут телеков. Вся вторая часть держится тупо на телеках. Вывозят. Что за звуки? А, туман потихонечку будет рассеиваться? Или как? Ага, ага, а ну-ка покажи. Что такое корабль, корабль, корабль? Да. Нет, это город. Это город какой-то. Куча многоэтажек. Все, теперь мы, получается, не на корабле, а в городе. С нами какая-то еще девочка. Может быть, мы сначала будем на... Точнее, в городе, а потом уже на корабле. И как бы вторая чисто первая, а первая чисто вторая. И девочка, которая с нами, это на самом деле Лиза. О, точнее, Настя. О, точнее, Наташа. Лиза — это ее прозвище, потому что мы пока что не знаем, кто она на самом деле. Вот, но я думаю, что это шестая. И потом она уже свой знаменитый желтый плащ будет одевать. Что стало? Наверное, так и есть. Ну ладно. Да, ну и логично, что мы потом из города, соответственно, на гора. Опа! Попадем. Привет, дружочек. Ты кто? Что тебя колбасит? Тебя... Ага. Ясно. Мы — это телевизор. Как раз-таки у нас имя Мона. Мы контактируем с телевизорами, все уже понятно. Ясно. Одна разорение получено достижение. Хорошо. Одна у нас кушает крыс, гномов. Второй у нас телепортируется и связывается каким-то образом с телевизорами. Третий кто-то будет? Бим. Ёпта, не пугай. Так, телевизоры. Хорошо. Везде будем телевизоры. Погнали. Не скажу, что тут комфортненько. Бар какой-то. Какие-то костюмчики длинные. Почему-то для людей нет, а костюмы есть. Они все испарились? Их всосало в телевизор? Может быть. Может быть. Тихо. Ага. 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 Ладно. Так, стоп, стоп, стоп. Мы что? А, ты ж меня можешь посадить. А я тебя заодно потяну. А ну-ка, посади. Оп. Стой, 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 стой. А, пац... а. Ладно. Так, это мне сюда? А я... Да. Ладно. Хорошо, как мне тогда это сделать? Нам нужно его потянуть, зачем? То нам вот так надо сделать. Ага, ясно. На него залезть, а зачем? Да погоди! Он не мог под телевизор сюда вот зайти. Блин. Вот сюда вот. Ему нужно было именно упасть. Что? Она меня зовет. Как я тебя спасу-то, дорогая? Я тебя никак не спасу. Я не знаю, что мне делать. Погоди!
Да сейчас. Держись. Я бы не смогла так долго висеть. Да погоди ты, Сазаин. На, крикнул в ответ. И упала. Найс! И все заново, да? Ну ладно. Хорошо. Вот в этой игре так тяжело. Да, блин, Лиза. Подожди. Ты не видишь, что я занята? Своим хай. Тяжело раскачиваться и одновременно нажимать пробел. То есть вот, сейчас я попытаюсь, но скорее всего снова упаду. Он должен отцепиться и прыгнуть в воздухе. Давай, еще раз. Сейчас прыгнем. И прыгай! Он... О, без прыжка. Да сейчас, блин, покатится. Лови. Пугала. Шо себе. Стой, 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 ты же там аккуратно. Лиска. Лиска, аккуратней. Сейчас, погоди. Иду. Давай позу свою. Сейчас. Опа. Почему, когда... А, она должна нас поймать, мы прыгаем просто, как ассасины. Очень высоко и очень далеко. Но когда мы сами прыгаем, мы падаем прямо на середине. Не долетаем. Лиска, прыгай. Хорош. Она прыгает лучше меня. Позитивно. Что там происходит, блин? Засосет! О, там кто-то есть. Мне показалось. Тихо, 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 тихо. Нам нужно пройти мимо? Или нам нужно к нему? Он нас всасывает в себя, как того человечка. Может, к нему нужно? Не знаю, я попробую. Ого! Ого, там проход какой-то. Фига себе, мы крутые. Чтобы настроить передачу. Так. Сейчас. Ну, вроде бы ровненько. Вот. Нет. Дат. Это комната, которая была в самом начале. Что происходит? А ну-ка. А, то есть это переходы. Это переходы между локациями с помощью телевизора. Мы вот так, наверное, каждый раз будем делать. И сейчас мы, по идее, выйдем в совсем другое место. Но не факт. Мы не смогли дойти до нее. Нас... нам не хватило сил пройти. Наш телек просто обратно выпихнул. Окей, ладненько. Ему чуть нехорошо как-то после этого всего. Пошли, Лиска. Пипел какой-то. Так, сейчас уже скоро будем заканчивать. Дойдем до какой-нибудь следующей локации, будем заканчивать. Нам видео нужно подвинуть, да. Это детский садик или школа? Что это? Ну. Нам прям так можно пройти. Нет, нельзя. А, нам так нужно. Иди сюда. Сюда иди. Ты застряла? Тебя вытащить? Че? Иди сюда. Ой. Смешная. Все, погнали. Оп, пролезли. А, это школа?
Или... Да, это школа. А, школа и часы в виде глазика. Ага, нам сюда. Кто-то у нас со школы сбежал. По-видимому. Че, в мячик хочешь поиграть? Давай, поиграем в мячик. Это баскетбол. И пофиг, что я кинула не в ворота. А как, кстати, реально? Я что-то как-то пинала его. Что-то как не поняла. Стой. Alt? F? А, автосохраняшка. Прикольно. Ну ладно. Пошли тогда. Хватайся. Я просто. Погнали. Залазь. Лиза. С Богом, о боже. Видите вот эту вот женщину? Она будет за нами бегать. Она будет жесткой. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Так. Ой, дети какие-то. Вот она. Прекрасная женщина. Оп. Женщина, вы не простая женщина. Это она, видимо, использует картины такие, чтобы посматривать за людьми. А зачем мы свет выключили-то? Через по приколу? Тём-тём-тём-тём-тём-тём-тём. Так, закрыто. А тут у нас что? Угу, тут у нас чья-то спальня. Лиза. Все, я думаю, мы на этом закончим. Сохраняшку можно? Все, сохраняшка есть. Мне понравилось, мне нравится, мне понравилась первая часть. Первая часть, имею в виду вторую часть, первая часть в плане ролик, первый эпизод, так скажем. Мне очень нравится, что-то она болеет, кашляет постоянно. Вот, надеюсь, она не будет как Лиза, если она... Как Наташа, я уже путаю их не имена, как Наташа, надеюсь, она не будет. Если это не Наташа сама. Вот, ладненько. Всем спасибо, кто смотрел этот ролик до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Что ты кашляешь, блин? Но встретимся мы уже в следующих роликах. Всем удачи. До скорого.